Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Намбат. И мы с вами сегодня идем в новую шахту, в Mist Survival. Давайте сначала осмотримся здесь возле шахты. Тут есть какое-то оборудование валяется. Да, вот, смотрите, что мы тут можем. Ага, Old Fuse, старый предохранитель можем взять. Он нам в шахте пригодится. Возьмем его обязательно. Так, тут тряпочку можно лутануть даже. Ничего себе. Давайте тогда полутаемся здесь, походим, внимательно посмотрим. Что мы можем здесь найти еще? Бочечки красные. О, тележка. Ее, кстати, я хотел сломать, но я ее сломаю потом, когда буду отсюда уезжать. Вот еще одна тележка. И проверим, как раз, может, они и не ломаются вообще. В прошлой серии я подготовился перед тем, как сюда ехать. У нас с вами куча патронов. Полный инвентарь забит, уже непонятно, когда я это все сумел сделать. А, это, наверное, на бандитской базе еще тут налутал. Пойду я, наверное, сразу в тачку выкину все, а то я даже руды не смогу добыть. Вот, залезаем в кузов нашего пикапа. Что такое? Почему он не залазит? А, типа туда нельзя дальше пройти. Что-то я не замечал раньше такого. Так, у нас есть брокен винтовка. Ладно, я ее выбрасывать не буду. Вот бутылки всякие, тряпки. Это да, это нам сейчас. Ножовка совсем не нужна. Топор, так, копья. В принципе, такой джентльменский набор у меня тут. Для шахты есть. Есть кирка, да, конечно, много патронов, но это не важно. Погнали уже в шахту. Итак, тут еще есть тележки на входе в шахту. И они вроде как пустые. Ох ты, какой пацан с оторванной головой. О, как стемнело, это жестко. Ничего себе. А что у нас по оружию? Так, вот снайперка мне вообще в шахте не пригодится, я чувствую. Так, у меня есть М-ка. У меня есть пистолет, дробовик. И, наверное, лук возьмем испытать, если вдруг понадобится. Ну что, пойдем. Спецназовец входит в шахту. Что-то здесь очень темно. Я прям не ожидал, что будет так темно. Так. Прицел работает, это самое главное. Бежим, бочки видим. В принципе, пока ничего интересного. Есть бочки красные, которые вроде как взрываются. Но я не помню точно, не знаю. Не проверял на себе. Ух ты, как тут светло стало от чего-то. А, кстати. Да-да-да. Сейчас тут станет светло. Это что такое? Уголь? Ладно, пока возьму, пока место есть. Вот. Вот у нас есть генератор. Нифига тут какое отражение интересное у фонарика. Есть генератор. Здесь где-то на нем должен быть выключатель, по идее. А, вот. Нужно починить. Левер. Требуется левер. Левер — это типа рубильник, рычаг, да? Вот он стоит. Medium lever. Средний рубильник. Вставляем его сюда, нажимаем. Можно выключить фонарик. У нас загорелся свет. Хотя нет, фонарик все равно включим, потому что темновато как-то. Так, в бочках пусто. Можно пройти сюда, можно пройти сюда, спуститься. И мы окажемся в одном и том же месте вот здесь. Тут, кстати, руда есть. Руда, но мы это все будем добывать на обратном пути. О, это что, опять уголь? Ну, уголь я возьму, раз уже начал брать. Здесь вот просто лежит кусок железной руды. Прикольно, да? Так. Ага. Тут надо пригнуться, чтобы проползти. Встаем, тут еще руда будет потом добываться нами. И еще один проход. Куда же он нас с вами приведет? А приведет он нас с вами... к боссу. Бежим. Там берсерк обитает. Он идет сюда, нет? А что это он не идет? Я далеко ушел слишком. Так, я его не вижу, что-то в темноте в этой. А он забаговался, что ли? А нет. О, привет. У меня все патроны в М-ке кончились. Хорошо. Ну, ХП у него не так много. А чё он, кстати, регенерирует ХП? Нифига себе. Вот это да, вот это круто. Сейчас камнем кинет в меня. Не, не кинет. Так, ты главное не регень ХП себе, понял, да? Да блин, у меня прицел что-то не открывается. Во. Другое дело.
Давай с дробовика его шмалять. А что за нижняя полоска, интересно, у этого берсерка? Мне интересно. Так, главное его к себе не подпускать. Что-то такое ощущение, что он забаговался. Я ему, короче, нижнюю полоску уже до середины... О! Она откатывается, короче, и он начинает регенерировать хпшечку себе, да? О, я в бочку попал, нифига. Блин, что так прицел-то багуется? Во! Интересно, если желтую полоску до конца добить, что это даст? Ой-ой-ой! Зараза! Ну ладно, хп еще есть. Давай, не уходи, давай. Мы еще не закончили с тобой. Блин, зараза. Кидаться начал. А как тебе такое? Ой, не надо. Братан, уходи. Патронов нет. Надо заряжаться. Блин, я почти ему добил желтую полоску до конца. Не-не-не, подожди, братан. У меня еще граната есть для тебя. Дай-ка я уберу. Можно мне, пожалуйста, так... Огненная стрела. Ой, я что, промахнулся? А он не загорается? Серьезно? Или загорается? Ну-ка, 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 не уходи. Ну, лук его... Ой-ой-ой, меня убили. Лук его вообще не дамажит. Ну все, мы проверили. Так, сейчас пойдем его по-другому убивать. Опа! На этот раз... Тут зомбаки. Нифига себе. Блин, их проще без прицела убивать, если честно. Надо было вот так сделать. Блин, я половину патронов на М-ку уже потратил чисто на зомбаков. Короче, загружаете игру, и сразу зомбаки появляются. То есть в первый раз их здесь нет. А во второй раз они здесь есть. Прикольно, да? Так, включим свет. Есть еще зомбаки тут? Похоже, что больше нет. Ну ладно, я хочу проверить, как граната работает. Я специально взял все гранаты, которые у меня есть, 4 штуки. Забегаем сюда к боссу. И кидаем ему прямо рядом с бочками. Ё-моё, она ко мне отлетела. Не-не-не-не, братан. Тихо-тихо-тихо. Так не пойдет. Надо наверх забежать. Куда-нибудь. Так, где ты? Где он есть-то? Ока, музыка пошла. А, вот я его вижу. А, его отсюда, кстати, валить еще даже легче. Есть! Взорвал. Ну, блин, ему так слабо досталось. А что это за полоска у него? Ой-ой-ой, зомбак. Откуда вы? Взялись. Так, тут есть комнатка. И в этой комнатке, на самом деле, его и надо убивать. Здесь надо строить заборчик, прятаться в этой комнате. Тогда он вам ничего не сделает. Где он вообще? А, вон он. Тут так темно, что его даже не видно. Ага, вот эта бочка, кстати, неплохо его дамажит. Вообще ни хрена не видно, блин, конечно. Так, патроны. Все, последний. 6 патронов. Давай, револьвер. Заряжаемся. Оу, нифига он втопил. Ой-ой-ой, он здесь. У меня же стамина. Хопа. Блин, я еще и ногу себе сломал, прикольно. На самом деле с ним не обязательно воевать. Можно пробежать вот сюда дальше. И спрятаться. Ой, я заблудился. Но я туда уходить не буду, потому что он вылечится просто сейчас. Где он? Его вообще не видно там. Да, хп у него еще больше половины на этот раз осталось. Но сейчас я вам покажу, как надо с ним легче всего справляться. Ай, еще один патрон был. Револьвер его вообще не особо-то дамажит. Вот так вот взрывами еще как-то можно попробовать. Ой-ой-ой, попал, гад.
Ой, он сейчас будет гоняться, пока не ударит. Все. А теперь показываю, как нужно побеждать этого босса самым простым способом. У меня был топор. Я нарубил себе веток, сделал из них 8 палочек. Также взял компоненты из машины. И сейчас я буду строить вот такой вот заборчик. Там внутри. Только единственное, тут зомбаки. Надо сейчас аккуратненько пройти мимо них опять. С ними справиться. Желательно без потери, без ранений. Ой-ой-ой. Хрена себе. Вот это взрыв был. О, мы тут еще и лутанем себе картошечки немножко. Так, вроде бы это все. Остальные там у босса. В его комнатке. Так, здесь их было вроде четверо. Этот провалился куда-то под землю. Да, могу лутануть. О, изолента. Это, кстати, мне, возможно, тут еще и пригодится. Я с базы-то не взял изоленту. А она тут нужна вроде будет. Так, раз, два, три. А четвертый, видимо, от взрыва куда-то улетел. Куда-то улетел. Уголь, не, брать его не буду теперь. Я взял два рычага, серьезно? Ой, блин. Так, серьезно, у меня еще один рычаг где-то есть. А, нет, значит, это был глюк. Я тут коры набрал, конечно, тоже, но это... Чтобы было, так сказать. Лишней не будет. Так, сейчас мы идем ближе к боссу. Освещение мы включили. Руду добывать я сейчас не буду. А вот здесь кусочек возьму. В принципе. Так. Ага, нам нужно вот здесь проползти. Повернуть направо. И там уже будет наш босс-берсерк. Вот здесь вот за стеной. Так, каков план? Сохраняемся. Забегаем туда. Наверх. Там будут два зомбака еще, как я помню. Прибежали тогда, но они долго до нас бежали. Бежим наверх, пока нас босс не тронет. Надеюсь. Так, отлично. И строим здесь забор. Срочно. Да тут даже одного хватит. Все, строим. Главное, чтобы... Все, валим в сторону. И он нас здесь не достанет. И зомбаки не забегут. Он будет орать, кричать. Пытаться в нас кидать камнями. Ну, а мы здесь в полной безопасности. Можно посмотреть тут, что есть в комнатке. О, тут можно генератор тоже запустить, да? Взять еще один старый предохранитель. О, да ладно. Каску можно взять. Нифига себе. Этого вроде не было в игре. Новая вещь. Так, он там пока орет. Что, нельзя запустить генератор? А, во. Я включил. Отлично. Включаем здесь свет. И можно туда же спокойно сохраняться. Он сюда не зайдет никогда в жизни. И ничего нам не сделает. Так, еда уже не берется. А, это были, значит, вот здесь хранились вот эти вот рычаги. То есть, если я еще один возьму, он у меня не в основной инвентарь попадает, а вот сюда вот. Ключевые предметы для квестов. Так, ты так сильно орешь, дружище. А, во, прибежал наконец-то. Вот и все, и он уперся в забор. Теперь мы достаем копьишко. Подходим вот сюда. Что это тут такое? Лежит еще одна банка с овощами. Эй, братан. Я здесь. Да-да-да, иди сюда, иди сюда. Только не надо камнями бросаться в меня. Опа. Опа. Давай. Опа, получил. Ой-ой-ой. Получай. Да-да-да-да-да. А меня ты не поранишь. Ха. А у меня что-то здоровье падает. Почему? Статус. Статус у меня как будто капкан на ноге. Но на самом деле нет, это просто баг. Давай. Не, лук против него вообще бессмысленен. Я больше его использовать не буду. Молодец, молодец. Ха-ха. Тихо. А я, интересно, если буду вообще стоять, он меня даже не поранит, наверное. Если я не отойду от забора. Ударился. Еще раз ударился. О, а, кстати, так даже лучше. Он хоть не кидается камнями. Можно просто зажать ЛКМ и стоять его тыкать копьем, пока стамина не потратится.
Во, прикольно. Вообще, изи победа. Какой ты страшный-то. А, вот так достается. Причем нехило так досталось. Ага, значит, от камней надо прятаться. Будем знать. А я тут утомился, пить захотел, пока с ним дрался. Давай я выкину пока руду. Возьму вот эту баночку. Подкреплюсь немножко. Пусть он там орет. Еды у меня тут предостаточно. Целых 3 банки тут лежит. Какой ты громкий-то, а? Эй, я тут. Иди сюда. Куда ты ушел? А, вот он. Отлично. Ух! Эх ты, глупая чучело, что, подустал, да? О, зомбаки пошли, нифига. А он упал. А, я его вырубил, наверное, вот когда желтая полоска набирается, наверное. Он падает. Да блин, тихо, вот так. А, и все, и его можно, наверное, добивать. Нет, он восстановил силы. Восстановил силы, говорю, не ори, блин. Сейчас я тебя добью, гаденыш. Ха-ха, получай. А что-то с ним как будто взаимодействовать. Вон там Е. А, или это не с ним? Можно. Давай. Давай, иди сюда. Есть. Упал вместе с камнем. Ха-ха, взял в руки и умер. Так, зомбака можно обыщу? О, еду мне принес, тряпку. Мне же это все не влезет. А, вот так можно сделать. Вот так можно сделать. Можно перекусить еще, поднять стамину себе. Прикольно. Минус босс. Так, а теперь мы посмотрим. Эквипмент, каска. Она же сюда одевается, нет? Интересно. Нет, походу. А может, да, но у меня перегружен инвентарь, поэтому не знаю. Одного копья хватило, еще 12% осталось. И тут еще еда есть даже. Вот. И как я руду буду отсюда выносить, я не знаю. Но, в принципе, ладно, разберемся. Здесь я вроде все залутал. Пойдемте дальше смотреть. Сейчас я здесь сохранюсь в комнатке. А, нет, не, подожди, подожди. Надо вылезти отсюда теперь как-то. Ага. Молодец. Надо было дверку строить, да? А на дверку нам хватит сейчас ресурсов? Одной палки не хватит, блин. Ну, в принципе, чё? А это можно бить, да? А как ее перелезть? А, во, можно перелезть. Просто надо уметь. Подожди, встать-то могу? Во. А как я ее перелез? Да, надо было, конечно, строить здесь с дверкой. Я сейчас сломаю. Сбегаю на улицу, найду там себе одну палку, сделаю. Приду и перестрою. А эту я сейчас буду топором ломать пытаться. А, ну вот, ломается. Причем довольно быстро. Может, кстати, ветка выпадет. Палка. О, все, выпало. Отлично. Я вернул все, что потратил, можно сказать. Да, эта коробка не берется. Мы ее сейчас сюда поближе оттащим. Вот. И построим здесь просто калитку. Строй. Во, все, можно здесь открывать, закрывать. Никакой монстр сюда не зайдет больше. Ха-ха-ха. Кроме меня сюда никто не войдет. Так, тряпочки и микросхемы. Блин, я, наверное, копья повыкидываю. Потому что у меня уже места нет в инвентаре. За едой вернусь. Где-то еще, да, была банка? А, вот она. Тогда еще копье выброшу здесь. Пускай тут валяются, в принципе, в этой пещере. Они мне все равно когда-нибудь пригодятся, если вдруг сюда вернусь. Я опять сюда забегу, закрою здесь и этими копьями... О, что у него, кстати, есть? Ух ты! Это типа какая-то копировальная бумага, да? Или что это такое? Надо вот так сделать. Блин, все копья придется выбросить. Ну а что поделать? Пойду без копий дальше. Так, копья будут тут валяться, нифига булыжника. Я могу ходить сквозь него, да, могу. Ну что, давайте осмотрим теперь, что тут у босса было в его пещере. Да тут, скорее всего, ничего и не было такого больше полезного. А босса надо приходить убивать ради вот этого вот чертежа, да, какого-то. Ммм, тут руда, блин. Столько патронов-то у меня. Ну-ка. А я в эмке много потратил? Ну-ка, дай-ка эмку. Где она вообще? А, на 4-й слот. Нет, я ее вообще не потратил. Отлично. Так, надо что-то придумать такое, чтобы... У меня освободилось место. Как мне это сделать? Сбегать до машины и все выгрузить? Кстати, можно.
Я побежал. Итак, пока я бегал обратно в машину, на меня тут на выходе снова напали 4 зомбака. Я что-то не понял, блин, как они тут треснулись, если я не перезагружал игру, не выходил в меню, не нажимал загрузить. Это что еще такое? Кто стучал? Что за хрень? Блин, я их тут завалил где-то. Они, наверное, пропали. Нет, не пропали. Я их не смог залутать, так как у меня полные карманы были. Вот я сейчас наконец-то до машины добежал, разгрузился. О, тут еще одна каска, оказывается, есть. Это неплохо. Сейчас я этих засранцев залутаю. А потом вернусь, наверное, назад. Раз, два, три. А где четвертый? Их было четверо. А, вот он. Вот и четвертый. Облутаем их. Так, теперь мы возьмем кирку вместо топора и подобываем руду здесь. Так, где у нас руда-то? Не там. О, а вот эта штука. Двойная. Двойная залежь. Блин, я сейчас столько руды надобываю, наверное, что опять не вынесу ничего отсюда. Так, цинк берем. Цинк берем. А это что? Это, как ее... Что это? Сулфур. А сулфур — это селитра, по-моему, вообще. Это для... О, еще железная руда лежала, нифига. Это для... Для чего? Для патронов. Блин, у меня отравление пищевое. Ё-моё, с какого фига оно началось? Пофиг, я, короче... А, у меня ХП будет падать. Надо побыстрее тогда эту шахту залутать. Потому что у меня, скорее всего, те таблетки, что у меня есть, не помогут, наверное, да? Статус. Что нужно... А, помогут. Все, берем пилюли. Используем. Пускай лечится, отлично. Хорошо, что я их тут нашел как раз. Так, руду всю забираю, какую вижу. И иду обратно в комнату босса. И там еще есть куда сходить, на самом деле. Сколько тут всякой вкусной руды. Я снова сходил, разгрузился. Так как у меня опять был забит инвентарь. И знаете, самое, что тупое в этой локации, это то, что при каждом новом заходе в шахту на тебя нападают зомбаки новые. Вот в чем прикол. И меня сейчас сожрали тупо, потому что у меня не хватило ХП с ними сражаться. Вон он опять ходит. А где освещение? А, освещение там только, здесь нет, да? А вы не бежите на меня, что ли, уже? А во. Блин, да как так-то? О нет, о нет. Охренеть. 4 зомбака, а на них ушло, блин, 7 патронов с дробовика. Плюс еще сколько-то, сейчас посмотрим, с револьвера. Они меня побили, и у меня ХП почти не осталось. Я как буду ходить в эту шахту по новой? И еще 5 патронов в револьвере, блин, ушло. Охренеть. Короче, если нужен лут, можно сюда приезжать и постоянно лутать этих зомбарей. Но особо-то что в них налутаешь? Всякую соль, сахар, ну да, и микросхемы. Картошку еще можно найти. Офигеть, ну я только сказал и нашел. Это третий. Ой, изолента. Изолента и вот эти компоненты. Ну, в принципе, да, неплохо. А где еще один? А, вот он. О, еда. Ну я ее есть что-то сейчас вообще опасаюсь. О, порох даже. Я тут отравился же, блин. Так, вроде залутал всю эту часть. Пойду дальше. Это что получается сейчас? Блин, новая руда. А, я потому что загрузился. А я не знаю, новый босс-то появится, нет? Мне как бы он сейчас не нужен, я хотел дальше пройти. Ну, в принципе, он мне не страшен. Сейчас можно будет... наверное, я на обратном пути эту руду залутаю уже. Ну-ка, босяра, ты опять тут или как? Если он опять тут, это плохо. А я хотел наверх пойти, все свои копии... Да, он здесь. Пофиг, бежим. А, он же мне выйти не даст. Придется его опять валить копьем. Все. Дай одно копье. А где еда? Или я еду отсюда всю вынес? Да. Так, а этого копья мне может не хватить его вальнуть. Надо еще взять одно. Во. С двумя копьями будет уже полегче. Ну все. Дверка тоже его держит. Блин, я, короче, вернусь к вам, когда его убью во второй раз, и возьму еще один чертежик. Так, мочу босса второй раз. Сейчас проверим теорию насчет желтой полоски. Мне кажется, что он сейчас опять упадет и
ничего не сможет делать. Да, я сбил его с ног, теперь могу ему в голову тыкать копьем как можно быстрее. Ой, зомбаки приходят. А, это заскриптованная тема. Ой-ой-ой, меня главное не ударьте. Зомбаки приходят, а они просто мощные. Нифига, им надо три удара с копья, чтобы их убить. И в это время он восстанавливается, пока ты сражаешься с зомбаками. Все понятно. Ладно, добиваем его второй раз уже. Все, отрыгнул. Нифига, он чуть из этого с моста не упал. Ну-ка, давайте посмотрим, есть ли у него еще один такой чертеж. Да, есть, прикольно. А, они еще и не соединяются вместе, да? Прикольно, прикольно. Use for unlock new structure building. То есть это для нового какого-то строительства, которое нам пока недоступно. Ни хрена, сколько я у него тут лутецкого-то набрал. Так, зомби, еще одна изолента. Почему их две? А, ну ладно. Стало. Так, закрываем за собой дверь. Идем дальше обследовать скорее эту пещеру уже. Так, получается... Блин, тут руду добывать можно, но я не буду. Почему? Потому что, может быть, и буду. Да, наверное, подобываю. Блин, места потому что нет. Вот эти копья скину, поломанные тогда. Пускай валяются здесь у него в пещере. Сейчас руду подобываю. Получается, невыгодно с этой пещеры ходить в машину, постоянно разгружаться, потому что появляются новые зомбаки и появляется новый вот этот главарь, берсерк. А еще единственное, что я заметил, что, скорее всего, только в этой пещере есть сульфур и... О, это что такое? Сейчас посмотрим, что это за камушек такой. Это салпетры, это этот... как его? Сейчас я вам скажу, что это такое. Подожди, надо тут один кусок, по-моему, куда-то в текстуру улетел. Так, получается, салпетры... Ага, во, это и есть селитра. А сульфур это у нас сера. На самом деле была. Оно у нас... Сера добывается вот там, вот на входе в пещеру, где 4 зомбака. А вот это вот селитра, она получается только здесь, возле босса. Так, у нас есть два прохода. Один ведет туда, один ведет сюда. Сначала мы идем сюда и видим здесь перед собой. И видим здесь перед собой... лифт. Который... стоит у нас здесь и можно выбрать левел и активейт, но он не работает. А, может быть, надо закрыть. Нет, он не должен работать, потому что нам с вами нужно его починить. Починить мы его можем, если мы пойдем вот в этот проход. Дальше от босса. Здесь вот так проползаем. По идее, с ним можно вообще больше не драться, вот так сюда пробегать. И все. Главное здесь сейчас от зомбаков не умереть мне, потому что хп у меня немного. Я надеюсь, что здесь не будет зомбаков. Здесь, по-моему, просто очень длинный коридор по пещере, по подземелью или по шахте. Так, идем вниз. Что мы тут видим? Емкости обычно они под воду используются, да? Тут у нас вниз лестница куда-то, а здесь что? Здесь ничего, по-моему, такого-то и нет. Сюда пройти нам вроде как нельзя. Там конец локации. Тут бочки взрывоопасные. Так, главное тут ничего не пропустить. Вы мне, если что, напишите в комментариях, если вдруг что-то где-то тут важное пропущу. Главное еще сюда не упасть сейчас мне. Это будет вообще эпично. Я полезу-ка я с дробовиком. Можно тут с дробовиком лазить? Ну-ка, Е. Да, можно. У-у-у, как тут глубоко надо опускаться-то. Так, здесь фонарь. Это, вот от чего вот это вот запитан, вот этот прожектор, мне интересно. От какого источника энергии? Он на батарейках? Вот эти, понятно, к ним вот провод подходит, да, к светильникам. Здесь просто разбросан свет, здесь укрепление, чтобы не обрушилось ничего на нас. Вот это да, вот это пещера. Или шахта. Так. Здесь чего? Здесь мы по ящику можем спрыгнуть. Подождите. А здесь что? Здесь ограждение. Ух ты. А я могу туда свалиться? Я могу туда свалиться. Это, по идее, за текстуры. Но я не буду туда падать. Потому что если я загружусь, все придется начинать сначала. Так, спрыгиваем сюда. Осматриваем здесь все. Идем дальше. А, здесь нужно подняться. Каким-то образом... А, у нас же паркурщик, чувак. Опа, и все. Так, главное зомбаков не встретить. Я их больше всего боюсь, даже этого берсерка не особо боюсь. Потому что они, блин, неубиваемые, даже с дробовика бывают.
первого раза. Так, бежим по этому коридорчику. О, тут руда какая-то есть. А у меня есть место? Ну, в принципе, есть. Можно полутаться, да? Угу. Ну, давай. Стамины мало, правда. О, это железо. Железо самая нужная руда. Железная. Так, я вот не понял. Остальное куда-то упало и не берется, да? Ну и не надо. Так, отсюда. И нет, я вот оттуда пришел. Здесь, по-моему, ничего нет. Просто место, куда можно пройти, да? Да. А здесь вот у нас есть спуск. Так, спуск, да, лестница. Лестница — это хорошо. О, тут тоже есть селитра и сера. Сера и селитра. Ух ты, тут этого пистолета запчасти. Можно скрафтить пистолет. Так, зомбаков внизу нет, надо смотреть. А то сейчас как обитель зла, блин, какая-то начнется. Спрыгну вниз и налетят на меня. Так, это железо, надо добывать. Ага, нифига, железо в железе. Вообще круто. Офигеть, и у меня сейчас все не влезет даже, наверное, в инвентарь. Да, даже поместилось, ничего себе. Да, придется еще копья выбрасывать, если что. Вот там вот я видел, потому что интересную вещь. Сейчас я ее подобываю быстренько. Это у нас селитра так выглядит, получается. Вживую никогда ее не видел, поэтому даже и не узнал бы. Надо проверить будет в Википедии, что ли, посмотреть, как на самом деле селитра выглядит. Че, всего три штуки? Так, и сера. Ну, сера-то понятно, она желтая, да, вроде похожа на правду. Раз. Два. Три. Четыре. Хм. А селитра по три кусочка всего добывается. А, нет. А, да. Либо она куда-то в скалу провалилась. Ну, ладно. Идем дальше. Видим здесь перед собой свет. Видим здесь еще кучу ресурсов. В одном месте заспаунились сразу два. И я, наверное, не откажусь. Не упущу такой шанс. О, блин, здесь еще. А место есть? Блин, придется еще копья выбрасывать. А, здесь давайте обойдем. Здесь у нас какие-то цистерны. Бочки. Еще железо. Да блин, я столько не унесу с собой отсюда. Я столько патронов лишних взял. Надо было не брать. Так. И вот здесь еще где-то была руда. Ага, и вот там вот еще была. Добываем. Так, не берется у меня селитра. Блин, давай выбрасывать соль, наверное, да? Что еще я могу такое ненужное выбросить? Перо. О, да, можно перо выбросить. Хотя соль тоже не нужна особо. Селитру мы, конечно, возьмем. Да, перья мы всегда найдем. Все. А, вот еще. Медь. Ну, медь мне уже некуда складывать, я ее не буду добывать. Итак, заходим сюда. Тут опять у нас прожектор на аккумуляторах. Фига, у меня тень какая на стене. Тень есть только от дробовика, прикольно. Так, тут можно какой-нибудь свет включить, подключить? У меня один рычаг есть в кармане, по идее. Во! А вот он, кстати, лежит, да? Нет, это, блин, еще один фрагмент пистолета. Он взялся? А, они нифига себе объединяются. Это что? Еще один старый предохранитель. У меня их уже, по-моему, три штуки. Доска не берется. Так, в ящик пусто. А где должен был быть рубильник от этого генератора, я не понял. Я, по идее, его принес. А, вот он лежит. Я его возьму. Ух ты, я их там набрал сколько. Сразу три штуки в одном месте. Прикольно. Так, вот он лифт. Который нас просто выводит наверх. Главное вниз не спуститься. Но как бы если я туда упаду, как вам оттуда выбраться, если вы туда случайно упали? Берете копье, если оно у вас есть, втыкаете его куда-нибудь в стену и по нему забираетесь. Либо строите заборчик, ну, на что есть ресурсы. Так, чтобы починить лифт, нужно открыть вот этот ящик. Во, сам crafting materials must be learned from survivor NPC. Короче, один из наших NPC может научить нас, как крафтить медный провод. Над ним будет значок восклицательного знака желтого. Поэтому нам надо будет вернуться на базу. Он нас научит, как провода делать. Вот здесь вот нам нужен провод и изолента, чтобы починить. А вот сюда нужно вставлять предохранители. Раз, два. Я могу включить рубильник, но лифт не заработает, потому что тут провод оборван. Вот. Нам теперь нужно вернуться на базу, научиться делать медный провод и снова приехать сюда.
А теперь вот интересный вопрос, могу ли я подняться туда, откуда спустился? Ну, пойдемте попробуем. И главное, блин, там опять зомбаки же сейчас заспаунятся, наверное. Где тут подъем? Вот отсюда надо сюда забраться. Получается. Во, несколько раз пробел жмем, и все нормально, мы забираемся. Главное не упасть с этой с лестницы. Я надеюсь, берсерк новый сейчас не заспаунился там. Сейчас добегу до туда и посмотрим. Итак, ха-ха, берсерк новый заспаунился. Вот это да, ой, свет загорелся. Круто, а вон идет сюда. Блин, можешь уйти, а, братан? Мне надо просто мимо него пробежать сейчас. А он меня может убить одним камнем. Ну хотя нет, одним не убьет. Но там дальше еще 4 зомбака будут. Я сейчас сохранюсь, наверное. Только отойду за угол, встану на всякий случай. Так, игра сохранилась. Попробуем прорваться, я не знаю, блин. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, не надо. Ой, не надо, ой, не надо. Прошу тебя, братуха. Успокойся, успокойся. Все, я ушел от него. Ха-ха. Так, это не самое страшное. Самое страшное — это 4 зомбака, которые меня здесь ждут. Блин, еще железо. О, а железо я могу добыть. У меня есть под него место. Как раз 7 кусочков. И у меня было 7 мест. А вот теперь... Момент истины. Тут еще железо, но вот это уже не влезет мне. И вон та сера. Сера может влезть. И селитра может. А вот медь не влезет. Ну да. Так, вроде зомбаки не появились в этот раз. Я заберу вот эту серу. Потому что она влезает мне еще в карман. А, и селитра тут есть. Нифига себе, и селитра влезет. Берем. Так, один кусочек уже не влезает. Ну и все, пойдем отсюда. Блин, генератор так шумит, что даже зомбаков не слышно, есть они тут или нет. И, наконец-то, я убегаю с этой шахты, еду на базу, разгружаюсь. А в следующей серии мы вернемся сюда и починим лифт. А, сначала на базе скрафтим провода, починим лифт и вернемся сюда. Бедный мой пикап, он уже перегружен, по-моему. Сейчас я сюда все разгружу. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Discord, ВК. Всем удачи и пока. До новых встреч, друзья.